Мы танцы сегодня еще не смотрели. Да, танцы мы еще не смотрели. А в прошлый раз мы смотрели одно или два? Turn up было. Да, одно, два вокала и один рэп. А почему тогда только три здесь будет? Здесь пять вокала, три, четыре. Лию, Колдун, ха-ха. А Ира еще есть. Здесь мои мальчики. Это танцы. И фуху не знаю. Точно, тот, который тебе нравится, тот. Он мне тоже нравится. Я такое люблю. А-а-а, Колдун. А, точно, Наташа. Вау. Вон Хань тоже здесь. Можете купить, поставить? Окунуться в атмосферу. Такие декорации классные. Он, походу, центр. А, это... Вау! Круто-круто! Вау! Я вообще его не узнала. Лио! Лио! Какая прическа! Вау! Господи, какие классные. Блин. Ну и костюмчик, конечно, бухая. Ты опять как не крупным планом? Вообще не прекрасно. На Ику специально. Офигеть! Кажется, станция тоже самое крутое выступление. Пожалуйста, потушись огонь. Самое сердце. О, мой гад. У меня сердцебиение участилось. Да, вау. Было слишком. Сколько мы с тобой посмотрели выступлений? 4, по-моему, да? У нас 3 осталось. В общем, я, по-моему... 5 не посмотрела. Вот, впервые за сегодняшний вечер так... Прям эмоционально отреагировал, что меня так прям это подействовало. Очень-очень круто, прям. Команда вообще, мне все парни очень нравятся в этой команде. Он Хань какой, такой взгляд у него, я так, я не ожидала. Он обычно вот такой, может, дурачок. Да, да. Еще не будет мангольские танцы. Вау, просто. Фанат Весины, нет? Ох, Колдун красавчик. О май гад, он такой красавчик. Да, он такой шикарный. Не спорю. Да, это, наверное, это лучшее выступление из всех, что мы посмотрели на данный момент. Сегодняшнее, то, что мы смотрели. И если брать из танцев, это прикольнее, чем Turn Up. Да. А мы только Turn Up видели, да, точно? Ну, вот и... Мне кажется, лучше, чем тот, который еще остался. Который мы еще не посмотрели. Да, его надо было очень напоследок, да, ставить. Ну ладно. Окей. Давай, поехали дальше. Особого любимчика, кажется, нет. Там Бинчао. Что?
В общем, мы смотрим следующее выступление, песня Ear. Я уже включилась. Да, Дэсилам Дзаи. Это вокал? Это вокал. Дэсилам Дзаи, Зибинчал, Лэн Кай Вэй, Гулан Дзи. И на этом мои познания закончились. Вау! Вау, как это! О-хо-хо! Вау, это Лэн Дзи. 35 только Лан Дзаи, потому что остальные немножко на таких низких позициях, хотя мне, например, очень нравится Гулан Дзи и Сипинчао, очень красивые, талантливые мальчики с красивыми голосами. Но песня, да, такая нежная, я даже не знаю, как это, какая-то она такая. Ее можно слушать, например, гуляя по парку. Да, мечтаешь, когда, знаете, да, вот такой вот солнечный день. Такой какой-то. Как будто романтический. Что-то, да, да, что-то такое. Хотя, возможно, она грустная, да. Вдруг она вообще печальная, да? Да, мы но не она знаем. Не похожа на печальную, честно говоря. Но нас она настроила, да, именно на романтичный лад. Скажите, на правда или нет? Правы ли мы? Да. Наши чувства, да? То есть песня
романтичное или грустное. Mm-hmm.